Все собственники земель, прилегающих к лесам, должны сделать противопожарные полосы и очистить территорию от мусора. Такая обязанность теперь прописана в законе. Об изменениях сегодня говорили на общественном совете при департаменте лесного комплекса Тюменской области. Нарушителям новых требований грозят серьезные штрафы. На граждан будет от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, на юридических лиц от 150 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Данное положение все-таки сыграет свою роль, и у нас существенно уменьшится и количество пожаров, и площадь этих пожаров. Следить за соблюдением закона будет не только профильный департамент, но и сотрудники МЧС. Обе структуры имеют право оштрафовать нарушителя.